Ситуация с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья стала одной из тем первого в 2021 году совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов. В Подмосковье уже вакцинировано 17 312 человек, из них 820 в Одинцовском городском округе, что является одним из лучших результатов в регионе. Как рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов, на территории округа работает 3 пункта иммунизации. В поликлинике номер 1 города Одинцова, во втором терапевтическом отделении, а также в поликлинике Звенигородского отделения Одинцовской областной больницы.